Привет, дорогие друзья! Сейчас светит такое солнце, поют птицы, весна идет полным ходом. От этого не может не подняться настроение, поэтому еще пару кадриков вам красивых покажу, и мы начнем новый выпуск с лесного дома на реке. Я вот смотрю на эти маленькие окна нового этого домика, и они сильно маленькие для меня, а мне как бы хочется больше света, больше простора, и я думаю, их надо менять на более большие. Друзья, прежде чем начинать какие-либо работы с домом, я подумал, а вообще, а стоит ли начинать какие-то работы с домом? И что я решил? Я решил отодрать вагоночку и, собственно говоря, посмотреть, что же скрывается под вагонкой. И то, что я увидел, меня абсолютно не порадовало. Видите, здесь я выдалбливал до живого дерева. И вы видите, что все не так радужно, как хотелось бы. Вот. Живое дерево начинается уже спустя там 5 сантиметров. Точно так же я посмотрел и угол. Видите, угол. Но что самое интересное, нижний венец просто идеальный. А я когда перед покупкой смотрел этот дом, я обращал внимание именно на самый нижний венец. Обычно он входит первым. А здесь видите, как получилось. Здесь живое дерево прекраснейшее просто. Но посмотрим другой угол. А другой угол, видите, другой угол ушел. Уже сантиметров 5 надо отламывать, чтобы докопаться до живого. Вот здесь я долбил, чтобы понять, где живое дерево. Здесь тоже сантиметров 5 бревна ушло. По моим таким вот предварительным ощущением, не знаю, дальше может что-то по-другому у меня будет, по-другому мысль сыграет, но на данный момент я принимаю решение не вкладываться особо в ремонт этого дома. Я думал менять окна, гипсокартон, обшивать, все это делать. Нет, теперь я на данный момент думаю, что надо сделать легкий
косметический не ремонт даже, а вот на стенах содрать обои и просто белой красочкой покрасить стены, покрасить потолок и все на этом. И года 2-3, пока делать проект, пока копить деньги, этот домик прослужит. Вот, а так я вижу, что надо делать новый дом из блоков, скорее всего, потому что они оптимальны по цене, качеству, по теплопроводности и так далее. Делать фундамент и делать вот все прям под себя, все комнаты, вот как хочется, чтобы вот вся панорама была. И даже, скорее всего, дом придется не этот делать, а причем отдельный дом. В общем, как резко наступает весна. Видите, прямо аж мгновенно распускаются деревья. Птицы поют просто нереально. Сейчас пройдем с вами к реченьке, посмотрим, что там изменилось. А я вон вижу, пока аист сидит. Вон там он сидит, дружок. Или подружка даже. Привет, привет! А вот и вторая мама аист сидит. Это уже другое гнездо. Он за нами наблюдает, яички высиживает. Красоточка. Бешеными темпами начала прорываться на участке крапивушка. Обалденная для салата, очень полезная для нас, куча витаминов. Кто кушает в салат крапивку свеженькую, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто такой. Надеюсь, не я один. Кто-то меня поддерживает. Я сейчас замолчу и предлагаю вам послушать прекрасное пение птиц. Деревьев на берегу реки я нашел еще одно гнездо птички какой-то. Ну, тут их много, этих гнезд, и птичкам здесь хорошо, людей нету, простор, водоем, красота. А вот тут мы купались в прошлый выпуск. Нашел свежую палочку, которую бобры очень как бы недавно, судя по укусу, тянули в речку. Вот они как обработали и тянули ее к реке. А где там у них дамба, как бы я не знаю. Мне кажется, вот на том берегу там что-то есть похожее на, так сказать, домик бобров. Немножко я преобразил комнаты, что называется. Все снял. В общем, мебель, все это надо выносить будет.
и ободрал обои, насколько это возможно, руками, по-быстренькому. Вот, смотрите, вот здесь прогнило. Как и доски прогнили, так и эта фанера прогнила. И прямо он, видно, что ну вот это вот все, это уже крыша идет. Пленочка, и там дальше крыша. Чтоб, если по крыше идешь, то можно бэть и провалиться. В общем, надо менять эти две досочки. Потом фанеру сюда новую. И покрывать краской. Я думаю покрыть интерьерной или фасадной краской, как белой, собственно говоря. Как потолок, так и стены. Точно так же и в этой комнате я ободрал все обои, насколько возможно, руками. Вагонку я не буду трогать, то есть это будет косметический ремонт. И просто и потолок, и стены в белую красочку. А может быть какую-нибудь такого вот цвета. Теплого. Светло-желтый теплый цвет. Персиковый. Я еще не решил. Вот. И здесь то же самое. Отодрал фанеру. И здесь надо будет по новой зашить, прежде чем красить потолки. Повторюсь, это будет простой, быстрый косметический ремонт. Чтоб можно было здесь там год, два, может три максимум. Пока будет строиться новый дом, делаться проект и прочее, 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 можно было здесь комфортно более-менее проживать.